Да, сегодня мы, наверное, садить томаты не будем. Дождались мы снега и крупы. Все с Новосибирска писали. У нас град, у нас снег. Такие падают, знаете, такие большие комочки. Хоп! И разбиваются о землю. Какие-то как попкорны. Но здоровые. Тут же падают листья с этих, с вишен, с яблонь. Тут же падает снег, вот этот белые комочки. Не пойму, что у нас творится. Но нам хоть не обидно. У нас перед этим был целый месяц жаркой погоды. Мы-то уже все загоревшие. Нам теперь и снег нипочем. Да. По этим стучит. По тоннелям, где растут томаты. Вот тут-то я утром смотрела, что у нас было черное-черное небо. Я думала, что что-то обрушится. Вот и обрушилось. Смотрите, какие страхи. Чернильные облака, из которых валится такая снежный попкорн. Вот такая погода у нас 5 мая. С вами была Ольга Чернова, Огородная азбука. Мы пытаемся еще что-то посадить. Сейчас среди этого снега будем ковырять лунки. До свидания.